Правительство России примет решение о продлении или снятии продуктовых санкций в конце августа. Об этом в интервью заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Москва находится не в лучших отношениях с Евросоюзом, однако торговый оборот между сторонами достиг 400 миллиардов долларов. ЕС остается крупнейшим торговым партнером России, несмотря на санкции. Премьер отметил, что Кремль ориентируется на отношения с конкретными государствами, но в то же время отменять импортные ограничения для отдельных стран Москва не планирует. Медведев выступил за создание совместных предприятий, куда партнеры могли бы поставлять свою продукцию и которая бы перерабатывалась на территории России. Рассказал премьер и о перспективах взыскания кредитов, выданных Украине. Он отметил, что российские банки будут взыскивать долги через суд, а Москва в этом вопросе намерена придерживаться жесткой линии и отстаивать национальные интересы. Спасибо.